Привет, меня зовут Алексей, вы снова на канале Naked BPM. Термины BPM и BPMS постоянно путают. На самом деле отличия здесь очень простые. BPMS – это система управления бизнес-процессами, то есть программное обеспечение для автоматизации BPM. Вот, в общем-то, и все. А вообще, BPM – это не про программы и софт, это про управление. И в предыдущих выпусках Naked BPM я неоднократно об этом говорил. Процессный подход к управлению помогает компаниям работать эффективнее. Помочь процессному управлению работать еще эффективнее поможет IT, то есть специальная программа для автоматизации бизнес-процессов. При этом это настолько распространенная практика, что в умах многих BPM и BPMS термины практически сросшиеся. Но может ли BPM существовать без IT? Конечно, может. Но зачем это нужно, если при помощи специальных программ можно значительно приумножить выгоды? Как же работает BPMS? BPMS – это не просто инструмент автоматизации. Это продукт с методологией процессного управления, заложенного глубоко внутрь продукта. Моделирование, исполнение, контроль, улучшение. Вы знаете цикл Деминга? Да, в одном из последних выпусков на Naked BPM я как раз об этом рассказывал. Рассмотрим все на примере Elma BPM. Самая популярная BPM-система в странах СНГ. Шаг первый – моделирование. Для этого не нужно ничего программировать. Аналитик создает бизнес-процесс в визуальной среде при помощи нотации. Это похоже на рисование блок-схем. В такой блок-схеме прописывается вся логика бизнес-процесса. Затем настраиваются данные, с которыми будут работать пользователи. Это, например, заявки, списки клиентов, всевозможные документы, даты и так далее. Затем настраиваются экранные формы. Это то, что будут видеть пользователи, когда начнут работать с бизнес-процессом в системе. Все эти действия выполняются без необходимости программирования при помощи клавиатуры и мыши, то есть только средствами графического интерфейса. Вообще, такой подход называется low-code. Шаг второй – исполнение. Теперь модель процесса превращается в бизнес-приложение, и десятки, сотни, а то и тысячи пользователей могут зайти на веб-портал и запустить бизнес-процесс на исполнение. Все экземпляры будут выполняться с заранее заложенной логикой. Пользователи выполняют задачи по бизнес-процессу, работают с экранными формами, а система, в свою очередь, следит, чтобы все пользователи вовремя и с должным качеством выполняли эти работы. Как только один пользователь выполнит задачу, система автоматически поставит задачу следующему пользователю. Все в соответствии с заложенной логикой бизнес-процесса. Логика процесса может быть достаточно хитрой. Например, система может автоматически эскалировать задачи или перераспределять задачи между исполнителями в зависимости от их нагрузки. То есть система сама ставит задачи пользователям и следит за тем, чтобы они все делали вовремя в соответствии с заложенной логикой бизнес-процесса. Шаг третий. Контроль. Система автоматически строит аналитику по исполнению бизнес-процессов. Все видно как на ладони. Использование метрик процесса позволит находить узкие горлышки в процессах, а также подбивать их аналитику. Шаг четвертый – улучшение. Вообще, бизнес-процессы в системах BPMS – это очень гибкие бизнес-приложения. В любой момент можно внести изменения в бизнес-процесс, и пользователи мгновенно начнут работать по-новому. Гипотезы аналитиков очень быстро превращаются в некоторые реальные изменения правил, по которым начинает работать компания. В системах BPMS и в Elma в частности есть инструменты непрерывных улучшений процессов. Пользователи могут предлагать изменения процессов, а процессный офис может централизованно их обрабатывать, принимать или не принимать в работу. Автоматизируя подобным образом процесс за процессом в BPMS, мы оцифруем весь бизнес. И вообще процессы в BPMS – это очень гибкие бизнес-приложения, которые живут и развиваются вместе с компанией. Конечно, внедрить BPM можно и без IT, только темпы и эффекты будут совершенно не те. А вообще, почему бы не попробовать самому все прямо сейчас? В прошлом году наша компания выпустила Elma Community Edition, первую в России полностью бесплатную полнофункциональную BPM-систему. Скачать ее можно по ссылке в описании к видео и пользоваться в свое удовольствие сколько угодно. В описании к видео вы найдете еще одну ссылку. Используя эту ссылку, вы можете запросить триал полнофункциональной коммерческой версии Elma, которая содержит еще больше инструментов для качественного управления бизнес-процессами. Хотя
обновиться с Elma Community Edition на коммерческую редакцию Elma вы сможете в любой момент времени. На сегодня у меня все. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Увидимся в следующий раз.